Вот первая проба. Закидывать сюда на чердачок сено после того, как лесенка была построена. Там был за оградой стоял еще с июня, по-моему. Или, ну, в общем, с июня, да. Стажок с сеном. Со скошенным укрытый стоял. Но вот сейчас решили его затащить под крышу. Потому что завтра дожди. Вот так вот получилось. Я думаю, что вот в эту половину как раз этот стажок войдет. В половинку. А где люк, вот эти вот места. Вот эти места. Ну и то, что останется до двери места. Вот так вот. Вот это место до двери тоже все полностью. Потом заложится тюками прессованными. Вот. А соломку вот на подстилочку так, может быть, что выйдет. Здесь будет лежать. Ну, уже хороший корм действительно. В тюках будет вот здесь по периметру. Отсюда вот. И по это место. Так что удобно сейчас с люком захожу. Здесь по лестнице, а не по лесам. Ну, а закидываю сейчас я сено вот этими вилами. Вот на эти леса частично, частично сразу сюда кидаю сено. И этот стажочек, вот он, маленький. Ну, хоть он и маленький, кажется, но... Ну, на самом деле маленький. Ну, вот эта вот часть задняя. Заполнить хватит им. Вот. Такой получился сенник. Удобный. Удобно тут становятся леса тоже. Чтобы можно было на них грузить тюки. Потом в будущем сюда вот машины вот так задом стану. Разгружу тюки на это место. И буду уже отсюда таскать на леса. А с лесов уже сюда. И вот это все я заложу до люка и даже вот эти вот края еще от люка. Так, заложу, это все место будет заполнено доверху максимально. Ну, я думаю, что этого объемчика пока этим четырем козочкам на зиму хватит. А на будущий год уже будем думать что-то посерьезнее, если позволят финансы. Ну, сейчас как временное решение. В принципе, посмотрим. Посмотрим, как будет. Ну, в любом случае, сено, если что, буду докупать, конечно, зимой. Хоть и, скорее всего, будет трудно его найти, но если не будет хватать, буду докупать. А пока так. Практика покажет, сколько еще будет уходить. Ну, так вот удобно накидал сюда максимально, сюда в леса. Вилами все это сгреб, внес туда. Ну и обратно уже не по лесам, а делаю так. Одной рукой убираю люк, чтобы не мешался, и спускаюсь по лесенке вперед. Даже назад не надо. Даже вот, в принципе, не держусь ни за что. Очень удобно спускаться. Без рук, совершенно без рук спустился по лестнице. Очень удобно. Классная конструкция получилась. Давно хотел ее сделать, и вот наконец-то она сделана. Петровичу жарко, в тени тут скрывается от жары. Хоть сегодня и сентябрь, но тепло.
Ну вот таким образом я накидываю сено со стога. Отсюда стараюсь, конечно, не просыпать, но все равно просыпается. Ну, в принципе, это совсем чуть-чуть. В основном стараюсь сначала туда, вовнутрь, как можно больше, но потом сюда, в центр, и по бокам накладываю, чтобы потом залезть по этой лестнице туда и все это оттуда, ну, отсюда все убрать туда в конец. Все это убираю туда и иду за новой партией. Ну, так постепенно этот сток у меня уменьшился. Осталась прелая травка здесь. Ну, в принципе, для подстилки пойдет. Там 50% прелой, 50% еще нормальный такой. Ну, соберу для подстилки, в принципе. Вот, а так удобно. Можно попробовать на следующий раз закидывать вообще без лесов. Ну, правда, партии получится, скорее всего, меньше, чем сейчас. Но, наверное, кидать будет удобнее, потому что приходится очень сильно размахиваться туда, чтобы в дырку попасть. Вот. Поэтому много туда я не попадаю, в дырку в эту, наверх уже. И приходится поэтому на леса раскладывать. Ну, если без лесов и чуть подлиннее вилы еще будут, то можно будет напрямую на чердак закидывать. Будет очень удобно. Вот так это выглядит следующим образом. Накидал сено. Поднимаюсь по лесенке наверх. Кладу вилы куда-нибудь сюда. Сразу же прикрываю люк. Делаю из этого люка трап своеобразный. И уже это сено, которое сюда накидал, накидывается, например, вот в таком количестве. Плюс еще на лесах, что лежит. И его уже сдвигаю вот в этот конец. В принципе, маленький стожек сюда, за люк, сюда в это место он помещается.